эфире проект «Встречай Новый год вместе с Вести», ведущая я Анастасия Стародубова. К Новому году жители республики ждет очередной сюрприз. На Абаканском ипподроме теперь можно не только смотреть на лошадей, но а также покататься на коньках. Хоккейная коробка установлена, лед залит. Это единственная в Хакасии конструкция, имеющая стандарты континентальной хоккейной лиги 30 на 60 метров. Помимо этого, она еще уникальна тем, что коробка сделана из стеклопластика. Она не только привлекательна на вид, но и способна выдержать температуру минус 50 до плюс 50 градусов. Такой подарок для маленьких хоккеистов сделало Министерство спорта. Заниматься на этой коробке в первую очередь будут дети. Эта коробка принадлежит в данный момент детской юношеской спортивной школе Республики Хакасия, куда входит и хоккей шайб. После открытия, пожалуйста, в выходные дни мы будем предоставлять для массового катания время. Это с 7 до 11. Строительство хоккейной коробки на завершающей стадии. Уже к середине декабря появится освещение и теплая раздевалка для спортсменов. Открытие катка состоится 20 декабря. В преддверии праздника все вокруг преображается. В Черногорском парке установили елку с 10-этажный дом и повесили иллюминацию. А у дома правительства залили каток и уже наряжают новогоднюю красавицу. Центр Абакана украшен праздничной атрибутикой. Только некоторые районы города могут оказаться без праздника. Детям просто негде водить хоровод. Каждый Новый год в Комсомольском сквере жители города радовала маленькая пушистая елочка. Но сегодня в парке ничего нет. Ни елки, ни горок, ни гирлянд. Сплошной пустырь и одинокая сцена. Комсомольский сквер не единственный, кто столкнулся с такой проблемой. Не будет елки и на Нижней Согре, но это еще не приговор, и можно все исправить. Судьба праздника зависит только от вас. Именно вы можете подарить елочку детям. Если на вашем участке есть хвойные деревья, которые отвечают зимним стандартам красоты, и вы готовы творить добро, то Абаканское парковое хозяйство будет вам благодарно. Сами вывезем, полностью все работы проведем, за собой уберем. И елочка, которую заберем, будет радовать вас на Новый год. Хвойные деревья установят, нарядят гирлянды и новогодние игрушки, а также построят деревянные горки. Дети в микрорайонах тоже будут радоваться волшебному празднику. В канун Нового года случаются чудеса, и мы верим, что кто-нибудь превратится в доброго волшебника и подарит елочку городу. Номер телефона вы видите на своих экранах. 22 67 11 22 72 82. Всего вам самого наилучшего. Смотрите нас каждое утро на канале «Россия-1» и встречайте Новый год вместе с «Вести».